на самой вершине облаков, далеко-далеко от земли, в волшебном мире, жила совсем маленькая царевна Софья. Она была очень доброй, ласковой и любознательной девочкой, которую безумно любили родители. И вот однажды ей стало немного скучно на родном облаке, и она решила спуститься на землю, чтобы посмотреть, что там интересного. «Ой, лошадки! Вы такие красивые! Я вас так рада видеть!» И пошла царевна гулять по ферме. Шарики в ее руках хранили воздух из самых высоких облаков. Если лопнуть такой, то сбывалось любое желание. Вот у лошадки слишком мало еды. Но волшебный шарик все исправит. «Ой, ты чего такая нечесанная? Так не пойдет. Давай быстро красоту наводить». Волосы запутались, и их никак не расчесать. Но разве стоит переживать, когда в шариках сила самих облаков? Иногда добрые дела приходится творить быстро, а быстро не всегда точно. Скорее, а то лошадки убегут. Перепутала. Лошадки так не смогут выйти погулять. Придется потратить еще один шарик. Царевна так увлеклась добрыми делами, что не заметила, как к концу дня шарики закончились. А ведь только они могут поднять малышку обратно на облако. Что же делать? Как попасть домой? Но, как оказалось, добро всегда возвращается. «Пока, я вас никогда не забуду». Софья вернулась домой, к своим любящим и испуганным ее исчезновением родителям. По этому поводу в облачном царстве устроили настоящий пир. Все гости были в восторге от веселой истории царевны. Мы там были, мед, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Got the golden touch. Got the golden touch.